Не успел начаться второй тайм, как у нас последовали изменения. Итак, дорогие друзья, мы возвращаемся. Какой штрафной! Великолепный штрафной! Тут больше нечем. Все, полу. Касса номер 2 Валерий Драгун, номер 17 Антон Корнев, 11 мяч в ворота, 1-0 становится счет в пользу московского кредитного. Вот я на 11 минут игре. Настраивались на эфир, решали организационные вопросы. Команды решили нас не ждать и сделать матч более интересным для комментариев, потому что счет становится 1-1.